Всем привет! Меня зовут Павел Сузанский, и сегодня мы поговорим с вами о поломойных машинах для дома. А именно, в чем их отличие, разница между классами и моделями, какие бывают аксессуары, какие сферы применения. Давайте для начала проясним, что же такое поломойная машина для дома. Это аппарат, который поможет вам сделать влажную уборку любого твердого покрытия пола, не контактируя с грязью, а именно с вирусами и бактериями, без применения усилий и в очень короткие сроки. На данный момент существует два класса поломойных машин для дома – FC3 и FC5. Давайте тогда начнем с FC3. Вода с моющим средством из резервуара автоматически увлажняет ролики с микроволокна, которые вращаются вперед со скоростью около 500 оборотов в минуту и очищают пол. Аппараты FC3 работают только от аккумулятора, они не имеют функции всасывания мусора, а производят только влажную уборку. Грязная вода при этом удаляется при помощи специального отсекателя, который при каждом движении ролика собирает грязную воду в специальный отсек. Поэтому желательно перед уборкой убрать сухой мусор пылесосом. Он подходит для любой твердой поверхности пола, легко убирает пол под мебелью, максимальная свобода действий благодаря аккумулятору и беспрерывно работает 20 минут на одном заряде аккумулятора. Если вы владелец робота-пылесоса, этот аппарат специально для вас. Робот-пылесос собирает сухой мусор, и вам остается просто помыть пол FC3. А теперь об FC5. Эти аппараты два в одном. Собирают мелкий мусор и делают влажную уборку в одно движение. Представлены как сетевые версии, так и аккумуляторные. Бак для чистой воды, наполненный водой и моющим средством, автоматически увлажняет ролики, которые также вращаются вперед, собирая мелкий мусор и моют пол за один проход. Система всасывания расположена над роликами и всасывает смесь воды и грязи с роликов в контейнер для грязной воды. Аппарат FC5 также подходит для любой твердой поверхности пола, имеет функцию всасывания, а значит классно справляется с мелким мусором и шерстью домашних животных. Аккумуляторная версия работает 20 минут с одного заряда батареи. На кабельной версии вы можете работать неограниченное количество времени. Аппарат FC5 имеет очистительно-парковочную станцию, на которой можно не только хранить аппарат, но которая служит и емкостью для очистки роликов. Просто налейте воду, поместите ролики поломоечной машины в емкость и включите аппарат на 20-30 секунд. Вся основная грязь смоется в бак для грязной воды. В обоих классах FC3 и FC5 всегда подается только чистая вода. А также мы не касаемся грязи, мы не отжимаем тряпку, а значит не контактируем с вирусами и бактериями. Просто одели ролики, и аппарат выполняет свою работу. После уборки мы можем бросить ролики в стиральную машину и постирать при температуре 60 градусов. Дети, домашние животные, часто приходят гости или все сразу, значит вам нужно часто убирать. FC5 может сэкономить вам время и силы и сделает уборку 2 в одном за одно движение. Внутри каждой категории есть модели желтого цвета и белые, так называемые премиум. Модели премиум имеют более расширенную комплектацию. Стандартная комплектация – это одна пара роликов и маленькая бутылочка с универсальным моющим средством для пола, которая подходит для любых типов покрытий. Расширенная комплектация или премиум включает в себя дополнительную пару роликов и полноразмерную бутылку с моющим средством. Ролики желтые и серые имеют одинаковую функциональность, но также имеют разную цветовую кодировку для разных областей применения. К примеру, желтый вы будете использовать в ванной комнате, а серыми будете мыть кухню. Также дополнительно вы можете приобрести моющее средство для специфических покрытий пола. Это могут быть каменные полы, различные виды деревянных покрытий, а также пробковое дерево. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на ролики для камня. Они имеют встроенную щетину, что позволяет лучше удалять устаревшую грязь. Также круто справляются с грязью в швах. Подходит для камня и керамики. Не подходит для натурального камня типа мрамора и терракоты. Ребят, это все, что хотел вам рассказать по поводу разницы между классами поломойных машин для дома. Более детальную информацию о продукте и аксессуарах вы найдете на нашем сайте. Главное запомнить самое основное отличие. FC3 – это поломойная машина, которая предназначена только для влажной уборки пола. FC5 может собирать мелкий мусор и делать влажную уборку в одно движение. Выбирайте тот аппарат, который сможет решить поставленные задачи. С вами была Академия Керхер Украина и я, Павел Сузанский. Не болейте, будьте здоровы, всем пока!